Всем привет, с вами Серлат, и продолжаем играть по сражи Мастер Лига. Начинаем мы снова гостевой матч. И смотрим, что у нас тут творится. Творится у нас, как обычно, полный бред. Давайте-ка, странно, что Дулоса Косту не вызывают. Вроде бы его вызвали. В сборную, как я помню. В реальной жизни. Бразилии. Вроде бы в Манчестер Сити хотел прийти, чтобы там лучше играть. Не понимаю, конечно, зачем, но он так захотел. Так, стоп. Кто хочет сыграть? Никто не хочет сыграть. Вот все хотят, но я не особо этого хочу. Алекс Тейшейра. Ракитски уходят. Рухио выходят. Так, давай-ка ты, парень. Рейтинг похуже. И Элсинья вместо Сорны. Знаете-ка что? Так, у нас тут все уставшие, да? Хорошо, ракетки уходят. В резерв. Уходит вот этот парень. Шевчук уходит. Выходит. Тоже выходит. Давай-ка ты. Давайте-ка вы... Парни вообще выходите тут. Эдуардо. Давай-ка он. Ну, Давича я оставлю на всякий случай. Мало ли, какая руда может произойти. Отлично. Ну и все. Пожалуй, на этом. Так, хотя стоп. Параметры игры. Да. Фернандиньо. Ну, пусть будет. Угловые. Угловые будут подавать, я даже не знаю кто. Дуглас Коста, что ли? Давайте Дуглас Коста будет. Давай пробивать пенальти будет он. И капитан, кстати, тоже он. Так, капитан. Отлично. Да. Я по-прежнему записываю в один день после того, как сказал, что я прибыл из больницы. Просто я хочу играть, я уже соскучился. За все вот это время. За играми, за записью. И хочу, наверное, стать упущенное. Как сказать, Телсинью сейчас будет действовать в отборе, и это у него выходит. А у меня пошел дождь тем временем. Ну, у меня стоит бесперебойник, поэтому особо волноваться не стоит. Ой-ой-ой. Отлично. Почему-то часто, когда опасный момент происходит, еще и подлаг происходит такой неприятный. Фернандиньо. Что он делает, там непонятно, но он разворачивает довольно-таки умело. Хитарян. Эх, неудачно пробил. Упал. Хитарян. Нет, Дулас Коста добежит. Добежал, но ничего сделать не смог. Измаил. Ой-ой, подкаты неудачные. Фу, сейчас темнил ворот. Я часто еще разрешаю пройти игрокам, тренируюсь в подкатах, хоть и говорил, что это буду резко делать, для того, что хочу проверить и потренировать своего вратаря, который должен развиваться. Потому что вместо него я пока никого не собираюсь приобретать, денег у меня очень мало. Для начала мне все же нужно купить какого-нибудь тренера по физподготовке и обычного тренера. Хоть странно, ведь я тренер все-таки. Нужно еще какого-то тренера покупать. Так, Тайсон. Отлично. Мхитарян, неудачный пас. Алекс Тейшейра. Бежит. Удар Алекса Тейшейра. И гол. Ничего себе, мне все больше и больше нравится. Сначала, как вы помните, он не мог реализовать моменты, бил очень слабо, потом очень удачно мяч отскочил от Христовины, прям в ноги Хитаряну. И Хитарян забил, и сейчас он уже сам забивает. Блин, у меня сейчас такая буря на улице творится. Очень надеюсь, что все закрыто. Что повыбивает все.
Ну, не будем об этом думать. Алекса и Шейра на Тайсона. Тайсон, он должен показать свою скорость. Решаю я им пробить все-таки, но удар получается уж очень слабый. Нужно покупать игроков с более сильным ударом и качать им точность. Отлично, Хитариан. Хитариан. Как долго лежал противник. Еще не мог встать нормально. Это его там сильно покалечили. Отлично. Алекс Тейшера. Только Алекс Тейшера и Тайсон хорошо действует в нападении. Дулас Коста почему-то вообще непонятно где лазит. Хитарян тоже помогает, но он слишком запаздывает с помощью. Измаил. Неудача в откат. Эс прямо в руки нашему киперу. Которого так я не могу произнести имя. И все, свисток, который отправляет команду на перерыв. У нас 1-0, что не может не радовать. Дуглас Коста, который хочет себя очень сильно улучшить и показать, что он игрок топ-уровня, но в этом моменте ему не повезло. Падает в Хитарян, но стал счастьем. Тайсон бьет. И голкипер отбивает. Довольно-таки большим трудом этот удар, хоть он не выглядел опасно, особо опасным. Дуглас Коста главой на Мхитаряна. Это не выходит Мхитаряна. Фернандиньо, который тогда забил издалека. Сейчас я им не успеваю пробить. Степаненко сейчас будет в отборе. Не угадал Степаненко. Отлично. Сейчас уже все. Было правильно. Тайсон с мячом. Тайсон. Тайсон удар и гол. Отлично. А вот когда мы играли против Реала, Касильяс тащил любой мяч. Даже самый мощный. Это было круто. И очень зрелищно. Особенно, когда он одной рукой там еле дотянулся. Другие там вообще ничего не могли с такими мячами сделать. Это просто было невероятно. Три игрока начали дружески мешать. Измаил. Отлично. Сбил темп. Был офсайд? Был. Не был? Так как так? Сейчас давайте посмотрим на повторе. Был ли все-таки офсайд или нет? Или меня обманули свои же игроки? Офсайд был. Офсайд, на мой взгляд, был. Да. Судья нас подвел. Алекс Тейшера. Пас на Дуласа Коста. Уже пора бы менять игроков. Ну ладно, пусть еще поиграет. Нет, все. Эта потеря меня уже вывела из себя. Давайте-ка выпустим Алана Патрика. Алекс Тейшера уходит. Выходит вот этот парень. И центральный защитник тоже. Новичок. Счет, я думаю, позволяет. По крайней мере, вдруг эти игроки молодые покажутся с лучшей стороны. Это бьют гол. А еще лучше не один. Времени, конечно, мало, но я в них верю. Хотя не, вообще-то и мало. Так что хорошо. Дулас Коста. Отлично. Новичок с мячом. Лентнер. Ой-ой. Не удается ему хорошо развороты. Фернандиньо. Удар. И показалось, что мяч долетит в ворота, но не вышло забить. Фернандиньо, но это игрок с очень опасными ударами. Это он не раз доказывал. Алан Патрик с мячом. Неудачный пас в его исполнении. Отлично. Снова новичок. Да что ж за пасы тут? Алан Патрик. Отлично. И забивает новичок с паса Алана.
Замечательно. Порадовали все-таки новички. Так. И давайте-ка посмотрим на повторе, как это все выглядело. Вот. Замечательно. Это выглядело. Иначе нельзя сказать. Да, все-таки не стоит, наверное, продавать таких новичков. Нужно им почаще давать играть. Но все же. Я хочу, чтобы играли настоящие игроки, а не придуманные новички. FPS в моей команде. Ого. Наверное, вы это слышали. Может и нет, конечно. Но гром прогремел очень довольно-таки громкий. Снова новичок. С мячом. Он успевает отдать пас. Молодец, какой парень. Алан Патрик с мячом. И на нем нарушают. И сейчас будет очень хороший момент для Дуласа Коста, который вполне себе может забить. Я свистит. Даже посильнее. Эх, снова шворот. Зря, наверное. Решил посильнее. Немного. Ударить Дуласа, но... Я проверяю, как могут бить игроки. Все в этом роде. 1-3, мы выиграли. Так, лучший игрок Тайсон. Это хорошо. И что же? Нам скажут тут бутсы, да? Что как-то много бутс дают нам. Я уже даже перестал их одевать. Потому что это слишком много времени занимает. И что ж. На К вроде команда называется. Бар Столи или что такое. Ну сейчас узнаем. Квадстол, ага. Ну это все, увидимся.